Привет, меня зовут Артём, я являюсь студентом первого курса маркетинга. В Вену я приехал 4 месяца назад, и мой наставник-студент, так называемый Бадди, очень помог мне адаптироваться первое время. Он помог мне открыть мой банковский счет, помог мне найти общежитие и также провел тур по Фондюсу, за что я очень благодарен. Я живу в Антарусе, это общежитие партнер Фондюса. Я всем очень доволен, у меня есть все удобства, теплая вода, ванная комната, удобная кровать, стол и так далее. То есть я всем очень доволен и советую выбирать именно Антарус, потому что у меня есть личный опыт проживания там. Мне очень нравится Вена, город очень маленький, но располагает всеми удобствами мегаполиса, такими как магазинами, сервисами и так далее, как и для голландцев, так и для международных студентов. Очень красивый город, и, кстати, в прошлом году он выиграл номинацию «Лучший город в Голландии», и это очень хорошо. Да, поэтому мне все очень здесь нравится. Всем желаю удачи в первом году. У вас все получится.